Медали, грамоты, благодарственные письма в преддверии Дня Конституции Казахстана поощрили свыше 70 офицеров и сержантов полиции с Северо-Казахстанской области. Поздравляя личный состав, заместитель начальника профильного ведомства Енбек Семин поблагодарил и поздравил каждого полицейского. Уверен, что все вместе мы приложим максимум усилий в обеспечении правопорядка, поддержании стабильности, защите конституционных прав и свобод граждан Казахстана. Нагрудным знаком почетный ветеран Министерства внутренних дел. Награжден 93-летний ветеран органов внутренних дел Владимир Терентьевич Ипполитов. За труд и взаимодействие благодарственные письма Департамента полиции в честь праздника вручили врачам, судмедэксперта Института судебных экспертиз по Северо-Казахстанской области Андрею Захарченко и Андрею Терещику. Полковник Мурза, Петропавл қалалық басқармасы жеке құрамы конституция күнінің қарсаңында саптық байқауға. Начальник городского управления полиции Ербол Тайбеков вручил юбилейные медали, грамоты и специальные звания наиболее отличившимся сотрудникам. Работаю в органах около 12 лет, почти 12 лет. Сегодняшним днем мне вручили внеочередное воинское звание старшины полиции. Я очень рад, желаю всем счастья, добра, мирного неба над головой, чтобы все сотрудники, все гражданские люди жили мирно, спокойно, сотрудникам меньше работы, тем самым гражданским мирного неба над головой, счастья, здоровья, всего благополучия, чтобы нарушений было меньше. Я очень, например, счастлив, что в наших рядах проводятся такие мероприятия. Праздничный день полицейские региона традиционно проведут в усиленном варианте несения службы, охраняя покой и безопасность жителей и гостей области. Камила Карим при содействии пресс-службы областного департамента полиции.